Итак, ДНК. Мы помним эти три буквы, составляющие. Давайте вспомним еще раз. Д — деструкция, смерть, уничтожение. Для того, чтобы было новое, что-то старое должно отойти. Мы должны умереть для чего-то. Дальше должно быть новое. Это буква Н. И затем буква К. Естественно, умножение, она обязательно должна быть. К — это копирование. То есть каждый христианин призван кого-то научить, призван иметь подмастерьев. Вот смотрите, в том, чем мы занимаемся, да, мы ведем, мы руководим, конечно, но при этом мы обучаем. Мы готовим новых людей. Если этого делать не будем, то все умножение замедлится. Помните, как говорил Павел, обращаясь к Тимофею, во втором послании Тимофея, вторая глава, первые и второй стихи. «Итак, укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом, и что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить». Так ты верный, значит, и ты должен найти верного человека, которому все передать. Вот это и есть умножение через ученичество, через наставничество. Мне нравится вот какой пример, пример ученичества и наставничества. Это церковь в Чикаго. Называется она Community Christian Church, поместная христианская церковь. И я думаю, что она гораздо лучше освоила смысл наставничества, чем многие другие церкви. Там сделано вот что. Каждый член этой церкви призван кого-то вести за собой в качестве ученика Христа. Ну, например, вы лидер малой группы, и у вас должен быть помощник, подмастерье. Мой сын, наш сын Дерек, второй наш сын, очень талантливый музыкант, исполнитель. Он в свое время научился играть на фортепиано, потом создал рок-группу в колледже, и потом вместе с одноклассниками, с сокурсниками, они основали группу и ездили в путешествия по всей Америке. У них были рок-евангелизации или рок-благовестия. У них было 12 разных песен, которые отражали разные аспекты истории Иисуса Христа, Евангелия Христова. И все это было по Евангелию, при этом показывали слайды, фотографии, картины, связанные с Евангелием. То есть получается такое переплетение искусства, музыки, и все это ради Евангелия Иисуса Христа, ради того, чтобы донести Евангелие. Значит, у нас очень талантливый сын, действительно талантливый музыкант, замечательный музыкант. И когда он еще был в старшей школе, он вел поклонение в группах и в церквях. И вот его взяла на работу эта самая церковь в Чикаго для того, чтобы он вел там поклонение, был одним из ведущих поклонений. И он каждое воскресенье вел тысячи людей в поклонении, замечательно работал, замечательно трудился, было здорово. Но вот что было интересно. Он был пастором, одним из пасторов по поклонению, но главная его задача была не в том, чтобы вести поклонение. Главная его задача, первая ответственность заключалась в том, чтобы найти еще двоих или троих молодых людей, парней, девушек, и чтобы они стали его помощниками, подмастерьями, чтобы он их мог обучить, чтобы они могли вести поклонение. И вот Дерек искал школьников, которые хорошо играют, ну или, по крайней мере, учатся играть на музыкальных инструментах, людей, которые хотят работать с голосом, людей, которые, ну, может быть, когда-то где-то вели поклонение,
Вот именно таких людей Дерек и стал разыскивать. Потом он начинал работать с этими людьми, начинал как-то включать их в служение. И постепенно это делал. Он говорил: «Смотри, я буду вести, а ты смотри. Потом проанализируем, разберем все». Так и делали. Он вел поклонение, а ученик смотрел, наблюдал. Затем беседовали о том, что происходило. Потом Дерек говорил: «Вот я сейчас буду вести, но с твоей помощью, с твоим участием. Ты, может быть, поведешь в одной песне». Соответственно, потом они тоже все это обсуждали. И постепенно, когда Дерек понимал, что они готовы, они уже сами вели поклонение. И он помогал им. Потом они все это обсуждали. И, наконец, они вели поклонение, а он смотрел, и потом они обсуждали. И, наконец, вот этот помощник бывший или ученик вел поклонение, кто-то еще смотрел, следующий уже ученик, следующего уровня. А Дерек радовался тому, что произошло. И вот что замечательно. Через пару лет работы в этой церкви он понял, как это здорово растить учеников. Он понял, как это здорово, когда ученики доходят до высот мастерства. Ему это стало нравиться больше, чем самому вести поклонение. Вот в этом и есть радость духовного умножения. Итак, ученичество, наставничество — важнейшая часть умножения церквей. Да, кто-то будет готов преподавать и обучать 100 человек, но не будет готов передать свой опыт одному человеку. Есть пасторы, которые готовы проповедовать, но не готовы учить одного проповедника. Есть люди, которые готовы быть лидерами, но не готовы передать свое лидерство. Был я как-то в одной церкви, действительно умирающей церкви, маленькой церкви. Нас очень мало там было. Я спросил старейшин, пресвитеров церкви, когда у вас в последний раз кто-то новый присоединился к вашей группе лидеров, к вашей группе пресвитеров? Да, говорит, лет 7 назад, кто-то из них сказал. За последние 7 лет никто новый в нашу команду не влился. Но такого быть не должно. Бог призывает нас к готовности умереть, даже для того, что мы уже делаем вроде бы хорошо. Умереть для того, чтобы Бог создал что-то новое. И при этом мы постоянно будем заниматься вот этим копированием, умножением учеников. Бог хочет, чтобы мы плодились и умножались. Он хочет, чтобы было это духовное умножение. Значит, наша задача постоянно, я думаю, раз в месяц, раз в 2 месяца, может быть, задаваться таким вопросом: от чего мне нужно отказаться? Что новое мне нужно освоить? И где тот человек, который меня будет копировать, которого я буду обучать для того, чтобы служение продолжалось? Я сейчас занимаюсь руководством церквей в нашем регионе, около 200 церквей. Со мной работают около 15 сотрудников, кто-то на полную ставку, кто-то на полставки. Есть у меня совет директоров, перед которыми я подотчетен. У нас бывают церковные конференции раз в год. Я отчитываюсь также перед этими конференциями. И я лично сказал себе вот как. Мне 60 лет. Мой отец умер, когда ему было 57. Я часто думал о том, что случится с нашей организацией, если я завтра умру. Я лично пообещал от многого отказаться. И я сейчас создаю новые служения в качестве катализатора и нахожу молодых лидеров, которым еще 40, может быть, с небольшим, и они становятся моими учениками. И действительно, для меня это огромная радость.
когда я вижу, как вот эти люди, их может быть немного, да, но это лидеры завтрашнего дня. Я вижу, как они развиваются, я вижу, как они растут. Я наставляю их. Они трудятся вместе со мной. Они принимают на себя ответственность, соответствующую их уровню. Кто-то из них члены советов церквей, кто-то пасторы, пресвитеры, кто-то работает в нашей организации на полставки. Сейчас у нас 5 таких человек, которых я наставляю, и каждый из них может занять мое место. Я думаю, что каждому пастору, каждому служителю нужно иметь таких учеников, молодых учеников, которые будут расти, которые будут развиваться, которых мы будем наставлять для того, чтобы было умножение здоровых церквей среди всех народов. Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Ищите нас в поисковых системах по запросу «ТВ-семинарий».